Ход войны меняется. Лоялисты отступают перед натиском армии патриотов. И с каждым днем их власть здесь слабеет. Но тамплиеры словно стали сильнее. Их меньше, но они представляют не меньшую угрозу. Что еще хуже, Вашингтон решил пощадить Чарльза Ли. Мне сказали, что тот укрылся в форте Джордж, и целыми днями я ищу способ проникнуть туда. Отец же пропал бесследно. И я этому рад. Если я избавлюсь от Ли, то появится шанс прийти к согласию. А значит, к миру. Коннор, он зовет тебя. Здравствуй, Коннор. Ну же, от твоей печали не больше толку, чем от снадобия этой дурехи. Расскажи мне о своих успехах. Чарльза Ли раскрыли, и патриоты наконец от него избавились. Они выступили в поход, чтобы освободить и другие города. Значит, ты победил. Земля и твой народ в безопасности. Но ты встревожен. Вашингтон сохранил жизнь Ли. Пока он жив, все в опасности. То же касается твоего отца. Придя ко мне, ты понимал, что нужно сделать. Ты клялся дойти до конца. Если не ради братства, то ради своих людей и всех, кому грозят тамплиеры. Но когда Ли умрет, мой отец... Послушай, ты зашел так далеко не за тем, чтобы бросить все ради глупых эмоций. Надо убить обоих. Ахиллес... Здесь нечего обсуждать. Коннор, я уже здесь. У вас добрые вести. Граф де Грасс согласился. Его флот в Чесапикском заливе. Поезжайте туда, они вам подчинятся. Но что именно вы задумали? Я вам лучше покажу. Хотя Чарльз Ли скрылся... Мы еще не в безопасности. Но командующий... Он недооценивает эту угрозу, и нам нельзя терять время, пытаясь переубедить его. Я должен сделать это сам. Что именно сделать? Убить Чарльза Ли. Он сейчас скрывается в форте Джордж, где в округе военное положение. Туда не проникнуть обычным путем. Поэтому я пойду под землей. Невероятно. Туннели, ведущие к форту, засыпаны. Пока я занят кораблями адмирала, вы должны их расчистить. А корабли? По сигналу они начнут обстрел форта. Пробивая стены и отвлекая внимание, ясно? В этом хаосе я проскользну внутрь, найду Чарльза Ли, и он умолкнет навеки. Лафайет обещал мне несравненный флот и непревзойденного капитана. А я вижу один старый корабль и мальчишку в костюме. Обещаю, мы то, что вам нужно, адмирал. Сильно сомневаюсь, но дареному коню... А нужные мне корабли? Они ваши, если мы это переживем. И что мне нужно сделать?
Удержите залив, я атакую основной флот. Сунутся британцы, уничтожьте. Не пускайте их к Йорктауну. Готовься! Огонь!
встречный кэп, сберите его! Мы долго не выдержим! Повреждения есть? Мы еще держимся, сэр! Берегись! Приготовиться! Зал! Нет, не выйдет! Блин! Берегись! Они идут на дно! Блин! Они придут. Мы должны удержать залив. Это безумие. Ты один, и у нас нет подкреплений. Берегитесь, капитан! По левому! Слева, Бэт! Линейный! Чтоб мне лопнуть! Линейный! Нас атакуют! Они дали залп! Оружия больше нет! Нам больше нечем защищаться! Это чудище нас подобит! Осторожней! Не собирается на абордаж, правда? Он с ума сошел. Из-за него нас всех убьют. Let's go.
чокнутый. Вовремя! Вы один потопили этого Левиафана. Возможно, Лафайет не преувеличил, расхваливая ваши способности. Мои корабли к вашим услугам. Чего вы хотите? Пусть 5 из них войдут в гавань Нью-Йорка под британским флагом. Стоп, стоп! Я думал, нужно избавиться от пиратов или доставить груз. А вы просите обстрелять Нью-Йорк? Нет. Конечно, нет. А. Только часть. Объяснитесь. Я хочу проникнуть в Форт Джордж, но он хорошо защищен. Обстрел должен пробить стены и разогнать охрану. Корабль с французским флагом не сможет к нему подойти. Вы понимаете? Нисколько. Но слово есть слово. Даже данные лунатики. Я зажгу сигнальный огонь, когда придет время атаковать. Вы слышали? Заберите их флаги, мы пойдем под ними. Живее! Коннор, с возвращением! Все на местах. Уи, Лафайет ждет вас в туннеле под городом. Коннор! Этот туннель ведет в нужный вам округ. А адмирал? Он ждет вашего сигнала. И тогда нанесет удар. И мы тоже будем там. Сражаться. Надо избегать часовых. Где ты, Чарльз? Его нет.
надейся одолеть меня, Коннор. Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. Ты присвоил себе право судить. Решать, что я и Орден вредим миру. Но все, что я тебе показал, все, что сказал и сделал, доказывает обратное. Мы не тронули твой народ! Мы не защищали корону! Мы хотели объединить эти земли! Под нашей властью все были бы равны! А патриоты не обещают того же! Они обещают свободу. Я сказал и повторяю снова. Она опасна. И когда они придут к согласию, те, кому ты, сын, помог подняться, они все расходятся во взглядах на свободу. Мира, которого ты так жаждешь, не может быть. Нет. Вместе они создадут нечто новое. Лучше, чем старое. Этих людей объединяет общая цель. Но когда эта битва кончится, начнутся раздоры. У всех свои взгляды на то, как укреплять власть. И это приведет к войне. Увидишь! Лидеры патриотов не хотят власти. Здесь не будет монарха. Власть будет у народа, как и должна. У народа никогда нет власти. Лишь ее иллюзия. А секрет вот в чем. Он ее не хочет. Нож ответственности слишком тяжела. Вот почему он так легко подчиняется, когда кто-то встает у руля. Люди хотят, чтобы им приказывали. Они жаждут этого. И не мудрено. Их создали для служения. То есть мы от природы рабы, а значит, тамплиеры – идеальные властители? Это очень удобно. Это правда! Принципы и практика очень далеки друг от друга. Нет, отец, ты сдался и хочешь, чтобы мы поступили так же. Сдайся, и я тебя пощажу. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. Знаешь почему? Потому что Орден нас приводит в понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Вот почему тамплиеров нельзя уничтожить. Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ? Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь.
Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество. Благородные черты. Надо было убить тебя раньше. У нас проблема. У Хейтема больше нет амулета. Но данные из храма поступают. Тут явно что-то еще. Лишь один способ узнать.